Никаких космонавтов и физиков-ядерщиков. Сегодня старшеклассники мечтают о свободе и финансовой независимости. Мое поколение считает, что бизнес – это будущее, поскольку у нас очень много возможностей для развития бизнеса. Сейчас молодежь не хочет работать на каких-то работодателей, да, а хочет именно самостоятельно развиваться и двигаться самостоятельно. Бизнес так бизнес, решили педагоги первой школы и пригласили на встречу с ребятами тех, кто успешен в этой сфере деятельности. Сегодня будут представители торгово-промышленной палаты Арапов Максим Олегович и Рымшев Владислав Валерьевич. Максим Арапов в бизнес попал не сразу. Первоначально он хотел найти себя в искусстве, даже окончил институт культуры, но положил диплом на полку и начал все с самого начала. Вместе с коллегой мы организовали ООшку, нашли финансы небольшие и начинали с небольшого кафе, торговали, сами были там и барменами, и официантами, иногда и полы мыли. Он уверен, для того, чтобы быть успешным в бизнесе, специальное образование необходимо, поэтому и сам впоследствии отучился на экономиста и сейчас привел с собой представителей двух профильных вузов РГУ имени Косыгина и Московского социально-экономического института. Системное мышление и у предпринимателя присутствует, причем в очень такой серьезной мере, но менеджер – это всегда системное мышление, это движение вперед. В дальнейшем такие встречи в первой школе планируют проводить постоянно. Следующими героями будут дизайнеры. Михаил Решетов, Владимир Бижонок, Елена Кошелева, Видное ТВ.